Как хорошо, когда есть время перечитать любимые книги, давно забытые в старом шкафу. Тогда появляется возможность, чихая от пыли и смахивая ладошкой паутину с обложек, наткнуться на обожаемое в юности стихотворение такой волшебницы, как Марина Цветаева. Ну вот такое, например. «В огромном городе моем ночь. Из дома сонного бегу прочь, а люди думают, жена, дочь, а я запомнила одно — ночь. Июльский ветер мне метет в грудь, и где-то музыка в окне чуть. Ах, нынче ветру до утра дуть сквозь стенки тонкие груди в грудь. Вот черный тополь, а над ним свет, и звон на башне, и в руке цвет, и шаг вот этот никому вслед. Есть тень вот эта, а меня нет. Огни, как нити золотых бус, ночного листика во рту вкус. Освободите от дневных уз. Поймите, люди, что я вам снюсь».